Ты скажи, как тебе пурпурный пояс? Отлично. Мастер-класс дает, я уже попросил пару приемов, заказал. Он показывает. А? Это не моя. Голоса нету, да? А ничего нет, ничего нет. Ты красавчик. Я стал 6 занял, почти. Сейчас добью вес. Сколько ты уже сделал? 57 500. И потерял с нами на работе. Ужас. Вы видели, как сотрудники были в шоке. Как самочувствие? Ярослав сбросил 4500, но решение принял сбрасывать вчера вечером, а взвешивание сегодня. Почему? Потому что, чтобы не драться с Ладиком в одном весе и ехать в разных весах на Украину как сборники. Ярослав будет драться 56, Владик 60, ну и дальше идут весовые. Чтобы они не пересекались, они, вот Ярослав принял решение вот так вот, за, получается, за меньше чем за день принял решение сонать вес. Так не делайте, это так плохо, нужно к этому готовиться заранее. Course unlimited source, I move with force on the course, this is more than sport. This my life on a track, been breaking my back, about to crack through the top and never stop. I'm a war machine, on the streets, whether the course is green or one man team. Better pump your fist when you jump with this, I'm the best and on your list, just watch don't miss. Never quit, yeah I won't stop, don't do it for the props, just to rock the block. Don't care what haters say, I'ma make it to the top, they can talk or they ты не, не, да, не побитый. Есть такое. Это вам. Не те, кто не устает, есть те, кто не сдались. Земля под ногами, сплошной самоанализ. Где начать свой забег, сам выбираешь старт. Я увидел рассвет, когда смотрел в закат. Ты снял с языка, мы здесь не навсегда. Но это мой восход, новая высота. Выше, выше, ведь я все еще жив. Стены слышат, да я все еще жив. Я пока не умер, я все еще жив. Все еще будет, ведь я все еще жив. Выше, выше, ведь я все еще жив. Стены слышат, да я все еще жив. Я пока не умер, я все еще жив. Все еще будет, ведь я все еще жив. С самого детства в передрягах. Все мое гетто где-то рядом. Победа код мною разгадан. Понаблюдай за звездопадом. Словно рой сотни идей в моей бурной голове. По кривой, но лишь на две. Жизнь совсем не Диснейленд. Да и мне не 10 лет. Здесь отвага, здесь атлет. Без падений нет побед. Выше, больше, каждый божий день. Ты же можешь, но тебе похоже лень. Тяжело, но голову выше держи. Ты же можешь, ведь ты все еще жив. Выше, выше, ведь я все еще жив. Стены слышат, все еще жив. Я пока не умер, я все еще жив. Все еще будет, ведь я все еще жив. Выше, выше, ведь я все еще жив. Стены слышат, да
облаками космос. Знакомо, что жить непросто. Так больно, что сводит кости. Здоровья желаю в тосты. Свободные мысли в ножны. Мурашки бегут по коже. Адреналину до дрожи. Мне мой дядя говорил: будем живы, не помрем. Эти лучики любви посылаю на район. Эти трудности в пути проверяю, кто силен. Кто бы что ни говорил, парень, двигай на пролом. Пусть совсем не идеал, пусть совсем не эталон. Но это не финал, но это не некролог. Это вкус моей победы, и пускай дыхал кровь. Моя песенка не спета, если жив, значит готов. Выше, выше, ведь я все еще жив. Стены слышат, да я все еще жив. Я пока не умер, я все еще жив. Все еще будет, ведь я все еще жив. Сегодня я занял первое место. И еще я хочу передать привет моему дедушке, который сегодня в Харькове и ждет меня с первым местом. И хочу сказать, что эту победу я посвящаю ему. Дед. Ну что, дорогие друзья, вот таким получился турнир. Ребята показали отличные бои. Вот, отобрались в сборную. И сейчас мы готовимся на чемпионат Украины. Вот. Но наш самый, так сказать, гоняющий вес, который стал 11 килограмм, сейчас он выглядит примерно вот так вот.